Одесские шоколатье вновь бьют все рекорды, в том числе свои. Если в прошлом году самой высокой шоколадной фигурой был мужчина высотой 1 метр 46 сантиметров, то в этом году 2 метра 05 сантиметров. И это зарегистрировал Национальный реестр рекордов Украины. Любовь к шоколаду – это самая главная мотивация. То, чем я живу каждый день, то есть это шоколад – это такая вещь, которой можно сделать все. То есть шоколад, как мы видим, то есть можно и шоколаде, можно и дом, можно и все что угодно сделать. И это очень интересно. Сама скульптура выполнена с филигранной точностью. Сохранены даже привычные лицевые складки, морщинки и изгибы. Над самой фигурой работали порядка недели. В общей сложности 80 часов работы и 40 килограмм бельгийского шоколада. Особенность этого рекорда в том, что она полностью создан торс человека со всеми мышцами, а потом одет этот человек одеждой, тоже шоколадной, из мастики шоколадной, которую делают у нас. Не знаю, они одевали эту скульптуру, то есть они просто бутафорят. Человек, торс, полный рост. В скульптуре нет ни единого несъедобного элемента. Все выполнено из шоколада. В руках шоколатье держит глобус. Нижняя часть скульптуры была внутри залита шоколадом для устойчивости фигуры. А вот верхняя – полая. Автору пришлось даже одежду создавать с нуля. Одежда сделана из шоколадного пластилина. То есть я как портной реально сшил ему эту одежду. То есть всех кусочков слепил ее, придал ему форму, строчку. То есть все само тело, то есть я изготовил сам формы, кисть, локоть, предплечье, то есть шея сделалась с нуля, то есть тут как бы скульптурные навыки. Сама фигура простоит в мастерской еще месяц, так что все желающие одесситы смогут лично прийти и оценить шоколадного гиганта. Ну а затем шоколатье отправят на переплавку. Ведь за месяц шоколад очень сильно впитывает запахи и покроется пылью, поэтому его, к сожалению, уже нельзя будет кушать.